Молочный зуб. Сегодня замечательный день. Бублик и Кисточка гуляют недалеко от дома и наслаждаются отличной погодой. Привет. А где твой зуб? Выбили. Нет, он сам выпал вчера. Ой, Зорик, а как же ты теперь без зуба? Это ведь был молочный зуб. О, скоро вырастет новый, постоянный. А взамен зуба зубная фея принесла мне монетку. И вот что я купил. Здорово. Ладно, я пойду. Ой, ой, ой. За мной. Гав-гав. Да. Семейка собачек весело живет. Бабулей с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Это не то. Это не то. Ну и что ты там ищешь? Я слышал об этом от дедушки. Но нам нужна веревка. О, нашел! Пошли за мной. Чем занимаетесь? Проверяем гипотезу. А ты уверен, что у тебя все зубы молочные? Может, у мамы спросим? Закрывай дверь. Ну, как хочешь. Ой, мне страшно. Мне тоже. Давай не будем. Нам нужен план Б. Кажется, у меня есть пара идей. Что у вас там такое? Может, чем-то помочь? Опыты, папочка, мы справимся. Думаешь, зубной фее понравится? Уверена, что понравится. Надеюсь, наша идея сработает. Ага, поскорей бы утро. Вау! О, смотри! Утро начинается, малыши уже не спят. Солнце улыбается, приключения ждут ребят. Мамочка, прочитай, пожалуйста. Дорогие ребята, спасибо за подарки. Я надеюсь, что вскоре тоже смогу вам что-нибудь подарить. А пока заботьтесь о своих зубах. Ты слышала? Ага. Чистите их как следует. Ведь чем здоровее молочный зуб, тем больше монетка. Доброе утро, доброе папочка. Утро, папочка. Зубная фея прилетала. Ага. А может и фей. Ну что, семейка собачек? Скворечник. Наступила настоящая весна. Бублик и Кисточка гуляют вместе с дедушкой в парке, наслаждаясь весенним солнцем. Спорим, я перепрыгну эту лужу. И оп. Ой. Вот как это делается. Оп. И... Ой, смотрите, какие смешные маленькие вороны. Это не вороны. Это скворцы прилетели. Откуда прилетели? А зачем они улетали? Осенью скворцы улетают в теплые края, а весной возвращаются обратно. А зачем они возвращаются? Чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Это для них строят специальные домики. Скворечники. Правильно, Кисточка. Скворечники иногда крепят на фруктовых деревьях.
поскольку скворцы уничтожают вредных насекомых. А давайте тоже сделаем скворечник. Да, давайте. Семейка собачек. Веселый денечек. Как-то оказывается непросто делать скворечник. Зато это очень здорово. Дедушка, а можно и мне гвоздь забить? Можно, только будь осторожен и береги пальцы. Настоящий скворечник сделали! Неужели самый настоящий? Мы с моим дедушкой тоже когда-то делали. Уже придумали, где будете вешать скворечник? Ну, на каком-нибудь дереве. А что это так важно? Скворечник нужно вешать на достаточной высоте, чтобы птиц никто не беспокоил. И чтобы они никого не беспокоили. Думаю, парк для этого прекрасно подойдет. Ага, и птицам там будет веселей. В большой компании. Только кто сможет так высоко забраться на дерево? Я как раз собирался немного размяться. Мне кажется, я еще не забыл, как лазить по деревьям. Ура! Мы идем вешать скворечник. Вот здорово! Семья скворцов сможет сегодня отпраздновать новоселье. Мне кажется, это дерево вполне подходит. Думаю, скворцам здесь будет удобно. И самое главное, на него будет несложно взобраться. Отличная ветка! Сюда и повесим. А как же его крепить? Ой, об этом мы не подумали. Ну вот, что же теперь скворцы останутся без дома? Нужно привязать чем-то, что не повредит дереву. Ой, какие миленькие. Папа, эти скворцы уже прилетели в наш скворечник. Что же делать? Эх, была не была. Ура! Скворцы нашли новый дом! Семейка собачек! Веселый денечек! Супермаркет! Сегодня семья Бублика и Кисточки ждут гостей к ужину. С самого утра мама готовится к их приходу, а папа, Бублик и Кисточка ей помогают. У меня красиво получается. Очень красиво. А у меня? И у тебя, Бублик. Вы такие хорошие помощники. Спасибо. Я в магазин. Что-нибудь еще нужно купить? Вот, я все записала. Просто купи все по списку. Я недавно сделал новое приложение. Занесу твой список в него, просто сфотографировав. А можно мы, с папой в магазин? Конечно. Yes. Идите, собирайтесь. Готово. 21 век на дворе. О, держи. Семейка собачек. Веселый денечек. Мы на месте. Ура! Приехали. Отлично, купим вкусняшек. Я первый. О-оу. Так, что же я должен был купить? Бантики. Да, конечно. О, мне кажется, нам нужна эта штука. Ага, бери, бери. А что это такое? О, а можно я шоколадной пастой зубы буду чистить? Фантус? Да, можно. Класс. То есть нет, нельзя. Подождите, я совсем запутался. О, вы помните, что мама просила купить?
Я не помню. И я. А что? Телефон разрядился, а список в нем. И что же теперь делать? Ага, мама расстроится, если мы ничего не купим. Дайте минутку, попробую все-таки вспомнить. Так, сыр, сметана, торт. Что же там еще было? Дай мне, я попробую. О, прикольно! Ой... Слишком высоко. Папочка, помоги достать журавлика. О, это же список. Ура! Мы ура! Нашли список. Ну теперь мы сможем купить все, что нужно. Хорошо, что вы так быстро вернулись. Все купили? Все четко по списку. И даже больше. О, как приятно! А теперь давайте печь пирог. Скоро уже гости придут. Ура! Пирог. Семейка собачек. Веселый денечек. Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в музей. Ура! Мы наконец-то едем в музей! Да! Я очень этому рад! Мы сможем узнать что-нибудь новое и отлично проведем время. Все готовы ехать? Да! Семейка собачек. Веселый денечек. Семья садится в машину и отправляется в музей. А в музее правда будут динозавры? Бублик, динозавры вымерли много лет назад. Сейчас мы можем только посмотреть на скелеты динозавров, которые удалось найти ученым, и представить, какими эти животные были. Я уверена, это будет очень интересно. Мы уже почти приехали. Вы готовы? Конечно же, мы готовы! Дети, в музее нужно быть внимательными. Здесь очень много залов и всегда большое количество посетителей. Можно очень легко потеряться. Не отставайте от нас с папой и слушайте, что мы будем рассказывать. Обещаю, вам понравится. Конечно, мамочка. Мы будем внимательными. Точно. А вот и первый зал. Ух ты! Посмотрите, это настоящий скелет динозавра. О, они что, действительно были такими большими? Конечно, дети. Это тираннозавр. Он весил как 6 легковых машин и был высотой с 2-этажный дом. Такая громадина. А еще у них были очень короткие передние лапы. Видите? Да. Идем дальше. В музее есть еще много чего интересного. Дети, смотрите. Это анкилозавр. Попробуйте угадать, чем он отличается от остальных? Смотрите, он стоит на 4 лапах. Правильно. Вы заметили что-то еще? Я вижу, что у него очень толстый панцирь. Правильно, Кисточка. У этого динозавра самый прочный панцирь. Вот это да! Идемте дальше. Это птеродактиль. Кисточка, может догадаешься, что особенного в этом динозавре? Я отвечу! Я вижу, у него крылья! Он может летать, да? Да, Бублик, все правильно. Кисточка, а ты что молчишь? О-оу. Кисточка? А куда подевалась Кисточка? Кисточка! Кисточка! Кисточка? Кисточка! Доченька, где ты? Кисточка, ты где? Скорее всего, Кисточка потерялась в прошлых залах. Давайте вернемся и поищем ее там. Точно! Вон она! Ой,
Нашлась! Да! Кисточка, ну наконец-то мы тебя нашли! Что случилось? Мамочка, я засмотрелась на анкилозавра и не увидела, что вы уже ушли. Мне было так интересно, а потом я поняла, что потерялась и расплакалась. Ну-ну, теперь уже все в порядке. Просто в следующий раз скажи, что хочешь рассмотреть что-то поближе, и мы все тебя подождем. Хорошо? Конечно, папа! Ты такая молодец, что осталась на месте. Поэтому мы тебя так быстро нашли. Ну что ж, все в сборе. А это значит, мы можем продолжать экскурсию, правда? И поесть мороженого! Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Ставьте лайк! Подписывайтесь на наш канал! И увидите первыми наши новые серии! Сегодня дедушка решил провести день с Бубликом и Кисточкой в парке. По сообщению гидрометцентра, сегодня ожидается очень жаркий летний день. Вкуснятина! А кто такой гидрометцентр? Это центр, где все врут про погоду. Ну что, все готовы идти в парк? Я готов! Только возьмите панамки. Обещают жару. Но этот гидроцентр же врет. Их всегда можно снять. Я все слышу. Пока, бабуль. Спасибо. Пока, бабуль. Блины были очень вкусные. Очень вкусные. Семейка собачек. Веселый денечек. Догоню, догоню. Ой. Кажется, этот ваш центр не соврал. Такая жара. Я больше не могу. Да, надо бы охладиться. Может, по мороженому? Мороженое! Ура! Спасибо. На здоровье, ребята. Ну вот, как же теперь охлаждаться? Может, пойдем к фонтану? Точно! Пошли! Вот это да! Он что, сломался? Нет, кисточка, это он от жары переслал. Мне жарко. Дедуль, ну придумай что-нибудь, пожалуйста. А я уже! Вперед! За мной! Бу-бу-бу! Гидрометцентр сообщает, зима близко! Ничего себе! А он и летом работает! Так необычно! Сегодня будто весь город к нам пришел. Не стойте на жаре, проходите скорее. Валя? Дедуль, ты так здорово придумал. Очень-очень хорошо придумал. На улице жара, а здесь зима. Я очень люблю зиму. Особенно посреди лета. Действительно здорово. Семейка собачек. Веселый денечек. Замечательно. И еще раз. Дедушка молодец. Молодец. Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась на пикник. Я возьму с собой сачок. Хочу поймать красивую бабочку. А я возьму мяч. А я возьму продукты, чтобы нас накормить. Ну что, вроде ничего не забыли. Все готовы ехать? Да, да. Семейка собачек. Веселый денечек. Семья садится в машину и отправляется в свое маленькое путешествие. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, много
Я уже даже немного проголодался. Я могу играть весь день и ничего не есть. Но на пикнике очень люблю что-нибудь перекусить. Рев! И я! Правильно! Чтобы было много энергии при игре на свежем воздухе, нужно плотно пообедать. Но где же наша еда? Корзина точно была на крыше. Может, она упала, когда мы наехали на ту кочку. И теперь там скучает одна. Точно! Давайте поедем и найдем ее. Все садятся в машину, чтобы отправиться на поиски потерянной корзины. Кажется, у нас закончился бензин. Как же мы забыли проверить бензин перед выездом. Папа, что, у нас теперь не будет пикника? И как мы попадем домой? Мы же не останемся здесь в лесу на всю ночь. Не волнуйтесь. Сейчас я позвоню дедушке, и он нас выручит. Похоже, телефон в лесу не ловит сеть. Я знаю, что нужно делать. Нужно залезть повыше, и связь появится. Странно, не работает. Наверное, нужно забраться еще выше. Вон там есть холмик. Похоже, он самый высокий в лесу. И все дружно отправились на холм. Ура! Связь заработала! Папа позвонил дедушке и попросил приехать, чтобы привезти бензин. Еду я к вам по дороге и вижу, на обочине стоит корзина. Я ее сразу узнал и понял, что это ваша. Вот и канистра с бензином. Ура! Ура! Класс! Сегодня Бублику и Кисточке некогда скучать, ведь они залезли на чердак, а среди старых вещей всегда можно найти что-нибудь интересное. Ой! Не пугай меня, Бублик! О, воздушный змей! Так высоко! Сейчас достану! Ой, Бублик, будь аккуратен, пожалуйста! Не переживай! Ой! Видимо, шишка будет! Что это у тебя? Посмотрим! Карта сокровищ! Ура! Будем искать клад! Семейка собачек, веселый денечек! Так, мы сейчас здесь. Значит, нам туда. А это точно наш дом? Карта же была на нашем чердаке. Ну да. А что делать теперь? Что-что, клад искать. Пойдем. Так, 5 шагов прямо. Теперь налево. Снова прямо. Стоп! Фонтанчик же там. Может, мы где-то не туда свернули? И что теперь делать? Пошли к нему. Только теперь ничего не перепутай. Хорошо. Ой! Опять! Я ничего не понимаю. На этой карте все не так. Ага, мы уже 3 раза заново начинали. И каждый раз тупик. Как теперь клад искать? Я не знаю. Дети, что-то случилось? Мы клад найти не можем. Какой такой клад? Ну-ка. О, это же моя карта. Твоя? Я зарыл этот клад, когда был ребенком. Ого. Класс. Пап, а что там? Всякие важные вещи.
Скоро вы их увидите сами. Пойдемте со мной. Класс! На поиски клада! Ура! Класс! А, вот почему вы не могли найти. Когда-то давно дедушка вместо фонтанчика построил эту беседку. А ты уверен, что копать нужно здесь? Да, много чего поменялось за эти годы в саду. Но я помню место. Ура! Клад! О, глазам не верю. А это что такое? Это самая крутая игра. Сейчас покажу. Класс! Я просто обожал ее в детстве. Игра крутая. О, да. О, хотите послушать музыку моего детства? Ура! Одна из моих любимых групп. Мне очень нравится эта музыка. Как же здорово все это вспомнить. Очень здорово. Крутое детство. Семейка собачек. Веселый денёчек. Ловцы снов. В некотором царстве жила принцесса. Но злая ведьма наслала на нее страшное проклятие, и она погрузилась в сон, который способен прервать только поцелуй прекрасного принца. Ох, еще не приехал? Эх, понятно. О, я его вижу, едет. Просыпайся, уже утро. Семейка собачек, веселый денечек. Ты опять спать легла? Я хочу досмотреть сон. Ты разбудил меня в самом интересном месте. Вдруг я еще успею. А нельзя досмотреть его ночью? А сейчас утро. Пора завтракать. Да как же завтракать, когда там? Ох, как же теперь досмотреть до конца? И ничего нельзя сделать? А нельзя их заказать? Нет, службы доставки снов не существует. А может поймать? Я знаю один способ. Мне в детстве он помог словить парочку очень интересных снов. Но это другая история. Ну, давай попробуем. Так. Вот же он. Нет. Ну, был же где-то. Мам, может тебе помочь? Нет, только не лезь сюда. Это опасно. Я почти уже вытащила его. Может, папу позовем? А то мама весь чердак перевернет. Ура! Вот он! Ура! Нашелся! Ну давай же! Вытаскивайся! Дети, поберегись! Ой! Ох, сколько снов он мне поймал! Да каких! Только тут были камушки и перышки на хвосте. Наверное, они потерялись на чердаке. Как теперь быть? А он будет работать без запчастей? Так. Так. О, Бублик, давай свои фигурки от конструктора. Кисточка, принеси мою старую летнюю шляпу. Сейчас мы все исправим. Здорово! Так, это сюда. А это вот так. Вот так пусть будет, чтобы ни один сон не проскочил. Надо повесить над кроватью. Чтобы сон был про принца. А если там детали от моего конструктора? Может, и мне что-то приснится? Надеюсь, нам приснится то, что мы ждем. Обязательно все получится. Закрывайте глазки и ждите приключений. Спокойной ночи, Бублик. Спокойной ночи, Кисточка. Спокойной ночи, мама. Эгегей, ребята, понравилась серия? Не слышим.
Нет? Да! Тогда поторопитесь подписаться и ставьте лайк! У нас еще много интересных историй! Этой ночью ловец снов поймал Бублику и Кисточке очень интересные и красочные сны.